Так у нас сегодня на стоянке техники скопилось. Это лесовоз идет в Калугу, 54,90 у нас. А Москва, это Самара, это в Нягань уходит. Там получается синий КамАЗ Екатеринбург уходит. С Урала кран пойдет на КамАЗ у нас Челябинск. Две машины здесь у нас уходят на Омск с двумя полуприцепами. Это в бетономешалку уходит в Башкирию. Вездеход, самосвал уходит у нас в Москву. Плюс Конглим, манипулятор с белой кабиной, уходит у нас в Лениногорск. И в цехе у нас еще вторая Нягань собирается. Также и все, у нас еще три капиталки на очереди. Так что занимайте места. Видео по машине. Это КамАЗ получается, про который я и говорил. Две машины у нас пришло. Отдельно сниму, отдельно пришлю видео по ним. Эта машина 36 тысяч пробег. Резину здесь, естественно, поменяли. Хорошую забрали, воткнули какую-то непонятную. Так, здесь 30-й мотор, 154-я коробка. Машина в родной краске. Стояла здесь установка цементировочная. Установка демонтирована. Баки 350-210. Вот оно состояние здесь. Ни течей, ни запотеваний, ничего нет. Оригинальный глушитель свой стоит. Даже не проржавел. То есть у машины реальный пробег 36 тысяч на этой, а у второй 49. Так, вот они, вездеходы наши. По этой машине любые виды можем доработок выполнить, любые виды ремонта по договоренности с заказчиком. Так, вот они, выработка на домиках. Тут лямка колес, все сухо. Машина на полном ходу. Аккумуляторы только нам от нее не дали. Сейчас карданы накинем, аккумулятор новый установим. И вперед. Так, коробка с делителем, мосты с блокировками. Машина 10-го года. Но пробеги здесь реальные. Это видно сразу. Сейчас внутреннюю убранство кабины покажу. Так, вот она, кабина. По кабине как частичный ремонт можем выполнить, так и полный капитальный. Замена обшивки и так далее. Начиная от химчистки, заканчивая полным капитальным ремонтом. Так. Накладка бампера здесь треснула, ее заменим. Вот подкапотное пространство. Даже оригинальные на проводке сохранились заводские бирки. ПЖД здесь демонтирован, тоже можем установить без проблем. Вот такой автомобиль. Это вторая машина. У этой машины пробег 49 тысяч. Также резину, естественно, заменили. Кошки в подарок идут у нас. Две черные, одна белая. Так. Убранство в кабине также обновим, все сделаем. Здесь, соответственно, обшивку новую придется приобретать. Обшивки нет, тоже кто-то ее себе причехвостил. Вот. Двигатель также Евро 2, коробка также 154. Резину поставим БУ, но в хорошем состоянии. Так, 111 раздатка здесь. Сейчас обойду я. Вот оно состояние. Межколесное расстояние у этой машины 400. Монтажная длина 6,5 метров. Усиль 118 модели. Вот здесь домики также без выработки. Полностью все сухое. То есть с этими машинами будет проводиться косметика, чистка, окраска. Скроем полуоси, посмотрим сальники, посмотрим подшипники. Заменим, естественно, все масла, все жидкости. Пневмосистему, электрику проверим. Вот, машинка будет смотреться огонь. Полностью всю ее посмотрим. Вот, обе машины у нас 10-х годов. Сейчас будем загонять их в цех.
Это вторая машина, 49 пробег, у которой пассажирская сторона. В машине в идеальном состоянии обе. Так. Тут даже глушак родной стоит. Не сгнил ничего. Так, вот домики. Идеальный автомобиль. 6,5 монтажка. Сюда и ДЗК легко встанет. И 6-метровый кузов. Вот. Так, сейчас покажу еще. Открытку тут нет. Здесь вообще обшивкой придется новую ставить. Так, карданы отстегнули. Вот они. Так, вот эта машинка, про которую я говорил. Это 11-й год, тягач. В хорошем состоянии машина. Вот она, родная краска. Ну, тут, конечно, ржавчина есть. Выработка на рессорах не критичная. Резину подберем. Ну, вот в таком примерно состоянии будет резина, если... Это уже колесо, конечно, негодное. Поставим здесь другое. Так, вот они, рессоры. Радиатор. Ну, радиатор это не пойдет, это с Каменза. Так, сейчас покажу поближе раму. Карданы мы с него сняли. Это ресивера. Бак топливный. Готовим его под сборку. Так, вот состояние по мостам. Сразу внимание обращайте, родная краска на раме. Это говорит о многом, потому что бывает машина приходит, хлам, все ржавые полностью. Здесь машина нормальная. Так. Двигатель. Здесь камазовский будет стоять. И коробка. Эти поперечины все поменяем. Подушки это все от Каменза стоят. Кабину сейчас показываю. Покажу отдельно кабину. Так. Передок. Вот состояние кабины. Снизу. Но машина с банкротства, то есть она реально мало работала. Эту краску полирнуть, она будет блестеть, огонь. Как крашеная будет выглядеть. Так. Вот панелька. У него даже потолок чистенький. Со спальником. Полка целая. Кабина здесь очень хорошая. Вот получается даже здесь смотреть по дверям. Раз. Обычно вот здесь в этих местах уже все ржавеет, уже отсюда там ржавчина, прям руками отламывать можно. А здесь такого нет. Так. Вот она с Камензом от машины была, с завода. Получается, капот у него целый, рестайлинговый капот. Обвесы с него уже сняли, вот они лежат, крылья, бампера. Фары даже не выцвели. Вот здесь, конечно, трещинка есть. Ребятам отдадим, они стекловолокном замажут. Ну или новый можем купить, там по согласованию это решим. Вот. Так, здесь нижняя часть. Кабина очень хорошая. Так, задняя стенка у нее. Так. Сюда вот можем поставить двигатель, удлинение сделать. Вот это усиление, про которое я говорил. Вот P-образка, еще идет G-образка снизу. А бывает, что P-образку еще в P-образку за двойную раму делают. Но это полностью все расклепывать надо. Для 118-го, для бурения вполне подойдет эта машина. Огромные груза не таскают. Балансирку вскроем, все посмотрим, естественно. Полуоси вскроем, тоже все посмотрим. Это если по текущему ремонту. Это колесо еще более-менее. Это тоже негодное, придется поменять. Передние колеса более-менее. Вот это что 11-го года касается. Сейчас в цех зайду, сниму 10-й год. Так, вот бак от него, тут 350, который большой. Добротная, хорошая машина.